Такие дела у меня. Я буду почаще выходить эфиром теперь точно. Так что буду все ждать. Все будет супер. Будем болтать с вами. Собака. Так. Расскажете интересно. Просто не знаю, о чем пообщаться. Киньте мне тему, я пообщаюсь. Просто не знаю, о чем рассказать, потому что я сегодня утром рассказывала. Привет. Я уже не знаю, о чем. Отлично, все. Сейчас все просто прекрасно. Свет не тусклый. Просто я не очень люблю яркий свет, он мне режет глаза. С Краснодаром. Мне очень хочется сходить за зарядкой для Ашки, но мне лень. Как и утром, как и вчера, мне всегда лень, блядь, что-либо делать. Я просто хочу быть. Можно что-то не делать. Это грустно, я была 2 дня у подруги. Не поняла, что ты написал. Доброй ночи, но лениться не надо уж. Да, блядь, да. Но почему-то у меня такая лень на все в последнее время. То есть я не могу ничего мне, блядь, прям максимально. То есть мне даже разговаривать лень. Я не могу. Мне просто хочется вот быть и ничего не делать. Ну, надо себя переосиливать. Как-то так. Периодами случается такое, да. Ну да, блядь. Но мне кажется, у всех есть свои именно периоды, которые именно для них, вот именно это их периоды. Вот у меня период лени, когда мне реально не хочется ничего. То есть, ну типа просто существовать и не, ну, не общаться ни с кем, просто может что-то делать. Но явно не что-то такое глобальное. Просто вот быть. Это чисто мой период. Мне кажется, каждый человек должен иметь такое. Потому что это круто. Ну, так я вижу. Дела? Ну, все отлично. Вот недавно приехала домой. Наконец-то я была у подруги 2 ночи. И вот мне очень хорошо дома, потому что я соскучилась по дому. И как-то так, делишки. Согласен, ну да. В общем, вот так. Я не лагаю, просто я в каком-то сломал, как будто нет. Нормально. Ну хорошо, это продуктивно все значит. Не, ну у меня довольно-таки продуктивные дни прошли, потому что до этого я просто неделю работала, и ну, они были просто идентичные дни, короче, и мне было не по кайфу вообще. А сейчас, ну, как-то более разнообразие такое. Мне это нравится. Но, к сожалению, вот так часто тоже нельзя, потому что я вхожу уже в этот именно. Вот уже вот третий день идет какого-то, ну, как сказать, кайфа. И, ну, все, то есть я не могу с этого слезть. А надо как бы слезть,
чтобы не привязаться. Вот. Блять, сходить что ли за зарядкой? Я очень хочу курить. Я покурила Айкос спустя долгое время. Такая хуйня. Я ненавижу Айкос. Я тебя понял, надо хай тоже. Ну да. Но я просто говорю то, что нужно отдыхать, но в меру тоже. Чтобы не привязаться ни к тому, ни к другому. Это надо как-то все балансировать, и все будет хорошо. Вот я не балансировала, я только вот ебашила, можно сказать. А вот сейчас отдохнула, и так даже, ну, типа, вот прям, ну, прям чётенько. Прям отлично. Мы сейчас с типами за Дубай разговаривали. Надеюсь, что у меня будет такой баланс, когда я реально смогу именно вот, допустим, ну, неделю ебашу, неделю отдыхаю, а не так, что у меня сейчас больше, наверное, все-таки в сторону работы. А не секрет, сколько тебе лет, конечно, такое не спрашивают девушки. Мне 19. Вот так вот. Мне брат есть. Из родных. Двоюродных у меня очень много. Попробуем, может, она заработала, не просто лень. Хуйня. Я новую куплю завтра, я же не могу. Думала сегодня зайти, но что-то как-то... Нет, я старшая сестра, к сожалению. Я так хотела старшего брата, но... Не получилось чуть-чуть с таймингом. Я вообще должна была оставаться, если не в обиду тебе выше написала. Да ничего, сюда все супер. Короче, я должна была сегодня оставаться на день рождения там у друзей. Но вот прикиньте, мне первый раз в жизни, но мне